Я вас приветствую, дорогие друзья! Как вы поняли, я сегодня буду изготавливать приспособление для точной и качественной заточки режущего инструмента. Сама идея для заточки режущего инструмента уже довольно-таки не новая. В интернете очень много видов всяких этих приспособлений. Люди делают их и своими руками, также их можно купить и в свободной продаже. Есть приспособления профессионального типа, они выполнены полностью из металла, на станочном оборудовании, ну и ценники у них соответствующие. Есть и китайские аналоги, которые разваливаются у вас уже в руках, и люфты влево и вправо по целому километру. Вообще, давно хотел сделать это приспособление себе в мастерскую, но все как-то не доходили руки и не было свободного времени. Последние капли терпения стали пойманы два каленых самореза электрическим рубанком. Я убил режущую кромку, снял лезвие, попытался выровнять их наждачкой, но у меня ничего не получилось. Лезвия оказались из хорошего материала, наждачка очень быстро изнашивается, а угол рукой я выдержать вообще никак не могу. Ну и пришлось, собственно говоря, изготавливать само приспособление. На разработку и изготовление этого приспособления я угробил 3 свободных вечера. Еще 4 вечера я угробил на то, чтобы заточить интересующий меня инструмент, выявить недостатки приспособления, устранить эти недостатки, и в итоге я получил точилку, которая устраивает меня по всем параметрам. Перед началом проектирования я поставил перед собой 2 задачи. Первое. Приспособление должно быть легко повторяемым. Оно должно быть сделано из подручных материалов, того, что завалялось в гараже и в мастерской, и должно быть изготовлено с минимальным набором инструментов. И второе. Приспособление должно затачивать как ножи, стамески, лезвие для рубанков ручных, лезвие для рубанков электрических, а также ножницы. В моей мастерской и вообще по хозяйству это вот так, как более чем достаточно. Ну а теперь хорош трепаться и поближе к теме. Само изготовление приспособлений я вам показывать не буду, иначе бы видос затянулся бы на час с гаком. Видеоматериалов очень много, но зато я вам покажу полную сборку этого приспособления с нуля после покраски, с описанием всех узлов. После чего мы заточим весь интересующий меня инструмент и покажем, на что способен этот инструмент после заточки. Для тех, кому эта тема интересна, ставьте видос на паузу, заварите себе чайковского, делайте бутерброд, садитесь поудобнее. Погнали! Вся точилка в разобранном виде выглядит следующим образом. Пробежимся по узлам. Это станина точилки. Это 2 бруска, которые организовывают угол приспособления. Основная пластинка. В нее вмонтированы 11 неодимых магнитов. Диаметр 10 мм, глубина 5. Эти 2 алюминиевых брусочка – это фиксация точильного камня на штоке. Это шарнирный механизм. Это упор для фиксации шарнирного механизма, саморезы, сам шток под точильный брусок. Это дополнительное приспособление, его назначение я пишу позже. Упорные пластины, болты для упорных пластин. Упорные пластины могут являться не только упорами, но и также они могут фиксировать само лезвие, если оно большое. Это ключи для того, чтобы это все собрать. И еще 3 дополнительные упорные пластины, назначение я их тоже в дальнейшем опишу. Ну а теперь приступаем к сборке этого приспособления. Сама станина станка изготовлена из 12-мм фанеры, покрашена в серый цвет. Изначально я эту фанеру пропитал эпоксидной смолой, а потом покрасил серой краской. Для чего покрасил серой краской? Да потому что приспособление не должно отвлекать глаза от блеска режущей кромки самого лезвия. Ну а для чего пропитал эпоксидной смолой? Ну, для того, чтобы фанера не боялась влаги, потому что если затачивать каменными брусками, они должны смачиваться водой, и приспособление не набухало от воды. Значит, ширина этой станины 20 см, длина этой станины 28 см, ну а сама толщина фанеры 12 мм, об этом я уже говорил. 2 бруска, которые образуют основной угол. Я их хотел изначально отрезать под углом 20 градусов, но торцевая машина у меня дала сбой и отрезала их под углом 17,5 градусов. Ну, в принципе, ничего страшного. Бруски тоже пропитаны эпоксидкой и покрашены в серый цвет. Для сборки этих 2 брусков нам понадобится, соответственно, 8 саморезов. Теперь устанавливаем основную пластину, на которую, собственно говоря, и ложится лезвие, которое необходимо заточить. Пластинка сделана тоже из 12-мм фанеры, тоже пропитана, тоже покрашена, в нее монтировано 11 магнитов для того, чтобы можно было примагничивать само лезвие. Пазы я просто-напросто просверливал 6-мм сверлом
и все остальное напильником расточил. Тут нет никакой фрезеровки, сделал всего из подручных. У меня нет фрезера. Основная часть конструкции собрана. Очень важный момент. Вот эти две вершины от основания должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Если они не на одинаковом расстоянии друг от друга, то получается, что лезвие стоит у вас наискосок, а это не есть хорошо. У меня получилось от основания до вершинки 10,5 сантиметров. И здесь точно так же 10,5 сантиметров. Значит, все ровно, рез ровный. Если у вас получился неровный рез, то у вас стамесочка всегда можно поправить и выровнять это приспособу. Теперь нам необходимо на приспособление установить шток, который фиксирует сам шарнирный механизм. Он выполнен из дубового бруска, в нем просверлено отверстие глухое диаметром 22, запрессованы три подшипника, внутренний диаметр подшипника 7 мм, внешний 22, и в него впрессован шток. Подшипники нам необходимы, почему? Потому что шарнирный механизм фиксируется на этом штоке плотно, а вращение должно быть. И именно это вращение обеспечивает нам эти подшипники. Почему три? Да для того, чтобы не было вот такого вот именно люфта. Сам шток у нас 7-миллиметровый в диаметре, и длина этого штока, кому интересно, 26 сантиметров. Шток устанавливается как можно левее в приспособлении. Почему? Мне нужна вот эта прямая. Для чего она мне нужна? Да для того, чтобы я мог устанавливать стамески, и ручка проходила насквозь. Именно по этой причине еще сама верхняя часть приспособления поднята очень высоко от станины, чтобы ручка ложилась и не мешала, и не упиралась никуда в стол. Сам этот кубик фиксируется к приспособлению тоже на 4 самореза. В качестве упорных пластинок я использовал 3-миллиметровую сталь. Здесь сквозные отверстия на 6,5, здесь отверстие с резьбой М6. Для этого мы используем болты. Закручиваем болты сюда. Так, и затягиваем намертво. Сюда. И вот это. Сюда затянуто. Повторяем для всех остальных то же самое. Ну а теперь устанавливаем. Та, которая короткая, становится посерединке. У нее вылет гораздо больше. Прошу заметить, на пластинке вот здесь сточено практически в ноль. Для того, чтобы при минимальных углах заточки сам брусок не царапал саму прижимную пластинку. С этой стороны у нас барашек, а с этой стороны гаечка с нейлоновой прокладочкой. Она не будет раскручиваться. Гаечку мы закручиваем почти до самого упора, почти оставляем зазорчик. Вот так. Ну и что у нас получилось? Она может выполнять роль упорной пластины, если нам нужно упереть лезвие, которое примагничено к магнитам. Ну а также мы этим приспособлением можем притянуть саму пластинку. То есть это может работать и вот так, как фиксатор. Ну а также может... Ух ты, какие магниты! Ну а также может работать и вот так. Да ёпрос это! Тоже притягивает лезвие. Кому как угодно, кому как удобно. Готово. Максимальный вылет этих упоров был когда-то вот до сюда. Но при зажатии маленьких ножей мне пришлось вот сделать вот здесь вот паз. Этот паз сделан именно для этого, чтобы я мог вытащить ножи на самую максимальную длину. Итак, упорные пластинки у нас закреплены, все как положено, все как надо. Вот эта плоскость нам позволяет точить ножики практически всех видов, за исключением серетерной заточки. Но что же делать, когда нам нужно заточить ножницы? Ведь углы заточки у ножниц, у бытовых ножниц, 60-75 градусов. То есть, очень такие тупые углы. Поставив лезвие сюда, это получается, что мы должны задрать приспособление аж вот так. Ручка будет упираться в стол, и никакой качественной заточки мы не произведем.
но мы можем уперить ножницы сюда, вот на эту плоскость. Для этого я изготовил на эту плоскость приспособление две упорные пластинки и одна прижимная пластинка. Крепятся они вот на такие вот болтики. Это шпилька М6, и здесь головка спотай, прикрученная на шпильку на резьбосхват. Собирается это следующим образом. Прижимная пластинка по центру. А вот эти две упорные по бокам. Значит, двумя упорными пластинками мы регулируем, на какую высоту нам необходимо поднять само лезвие, а вот этой пластинкой мы прижимаем само лезвие ножниц. Все просто. Когда мы это все не используем, мы это просто берем и затягиваем, чтобы не мешало. Так, теперь мы поговорим о том, как закрепляется сам точильный брусок. Это у нас протяжная проволока диаметром 6 мм, ровная, отшлифованная. Рукоятка, я не помню, какой-то детской фигни. Ну, в общем, запрессована на эту шпильку. Вот. Сами брусочки, которые фиксируют сам точильный камушек, они изготовлены из алюминиевой болванки. В них сделаны проточки. Вот эта проточка «Ласточкин хвост» для закрепления стандартных брусков. Вот эта прямая проточка под 90 градусов сделана для закрепа брусков, которые плоские, без всяких уступов. Просверлено отверстие на 6. Здесь болтик для фиксации на самой штанге. Вот это вот коромысло, это коромысло парковки. Значит, сама штанга собирается следующим образом. Ставлю сюда пружинку. Пружинка позволяет нам натягивать сам брусочек. Брусочек, который без фиксации, ставится вот сюда. Брусочек, который с фиксацией, ставится вот сюда. Для заточки я купил на Алиэкспрессе стандартные алмазные бруски. Я сразу взял алмазные бруски, потому что у меня много твердосплавного инструмента, а берет только алмаз. На эти брусочки я сделаю отдельный обзор, видеообзор, когда придет микроскоп. Микроскоп уже в пути, для того, чтобы показать гридность под увеличением. Значит, работает это следующим образом. Выставляем, где у нас ласточкин хвост. Вот он. Примерно прицеливаем, как у нас ляжет брусочек. Вот так. И даем натяжку на пружинку. Затягиваем вот этим барашком. И все. У нас брусочек стоит в этом приспособлении. Все просто. Ровненько. Все я проверял. Не изгибает. По отношению к шпильке все стоит ровно. Не изгибается. Снимается он вот так вот. То есть нажимаем на приспособление, снимается брусочек. Нажимаем на приспособление, ставится брусочек. Выравниваем брусочек. Все просто. Ничего сложного. Также на саму штангу у нас цепляется еще вот такая пружинка. Эта пружинка позволяет делать мягкие удары, а сам шарнирный механизм, чтобы это было мягко, а не так вот дунц-дунц. Она фиксируется при помощи болтика вот здесь. Теперь поговорим о шарнире. Сам шарнир изготовлен из бруска алюминия цельного. В левой части этого шарнира просверлено отверстие под диаметр штока. И здесь отверстие с резьбой, чтобы можно было его фиксировать при помощи барашка на самом штоке. Здесь также имеется отверстие смазывающее. Оно под 90 градусов просверлено диаметром 3 мм. Перед работой мы капаем 2 капли масла, и через это отверстие на скользящую поверхность попадает масло. Также это отверстие имеется и здесь, на 3 мм насквозь через 2 отверстия. Когда перед работой мы капаем сюда масло, и шток с самим бруском начинает смазываться. Больше скольжения, меньше трения. Отверстие под саму штангу я просверлил 2 штучки. Одно и второе. Почему 2? Ну, если изнашивается первое, есть всегда второе. Если износились оба, всегда можно сделать металлическую проставку. Скрепляется этот шарнир при помощи болтика. Я, конечно, тут немножко проморгал. Надо было бы, конечно, вот здесь вот болт посадить на резьбу. И тогда бы он жестко бы стоял в этой части шарнира. Но... в принципе, ничего страшного. У нас он сажается вот сюда. Чтобы он не гулял, я его немножечко поставил с прокладочкой. Одевается сюда. И затягивается гаечкой с нейлоном.
Затягивается это все без фанатизма, чтобы был зазор. Если не будет зазора, она и не будет, собственно говоря, скользить. То есть это намертво. И немножко освобождаем. Вот так вот. Все. Гайка никуда не денется, она с нейлоном. И вот у нас есть вот такое вот скольжение. Ну а теперь давайте соберем все это в кучу. Шарнирный механизм мы выкручиваем, барашек. И цепляем его сюда. Затягиваем. Барашек у нас к этому штоку притягивается плотно, не гуляет. А вот эту функцию вращения у нас уже дают вот эти подшипники. Все просто. Ну и сам шток вставляется в одно из отверстий. Все. Вот так это все работает. Паркинг в этой машинке нужен обязательно. Для паркинга есть вот это вот отверстие и вот это коромысло. То есть мы работаем, точим, ничего не мешает, ничего не мешает. То есть нам нужно либо поменять брусок, либо посмотреть кромку. Мы ставим паркинг, отводим рукоятку, она не мешает. Все сделано классно и обалденно. Перед работой необходимо обязательно смазать само приспособление. Для смазки я использую обычную веретенку. Я капаю пару капелек сюда. Раз, два. Этого более чем достаточно. Проверяем, пошла ли смазочка. Да, смазочка пошла. Вот. Стало жирненькое, обалденное, и сам шарнирчик стал хорошо очень вращаться без всякого трения. Ну и, собственно говоря, шток, когда у нас стоит он в работе, вот так вот в паркинге, мы тоже капаем сюда две капельки, раз и два и три даже можно, и все, сам шток у нас начинает смазываться, вот заблестел, и все. Пошло гладенько. Все, приспособление, в принципе, готово к работе. Для установки нужных нам углов заточки я использую вот такой вот китайский угломер. Он недорогой и для этих целей подходит прямо очень. У него магнитная вот эта вот пластиночка. Значит, допустим, у нас заведомо известный угол заточки ножа 30 градусов. Значит, на этой плоскости нам нужно необходимо выставить угол 15 градусов, потому что это все делится на 2. Значит, мы ставим на эту плоскость, где будет стоять нож, наш угломер. Обнуляем его. То есть мы обнулили. Это у нас 0. Дальше выставляем штангу вот сюда на плоскость. И здесь мы делаем 15 градусов. Все просто. Все очень просто. Ну пусть так. 14,8. Все. Мы угол фиксированно поставили. Но! Есть очень важное но. Это сейчас угол заточки, вот по этой кромке приспособления. Когда у вас будет здесь лежать лезвие, смотря насколько оно здесь вылетает, это угол надо ставить прямо по кромке лезвия. Это очень важно. Ну вот мы выставили, допустим, вот по этой кромке приспособления угол 14,8 градусов, значит общий угол заточки самого лезвия, если бы оно лежало вот прямо здесь на кромочке, составил бы 29,6 градусов. Все просто. В принципе, можно пользоваться и мобильным телефоном, кому как угодно. По факту, если есть угол на ноже, можно точить по углу на ноже. Рисуется на лезвии маркером полосочка. И вот, немножечко касаемся брусочком тысячным. Полосочка полностью стерлась, значит мы выставили приспособление на этот угол. Все просто, ничего не сложного. Ну, с теоретической частью мы закончили, а теперь приступим к заточке ножей. Это самая интересная и завораживающая часть. В данной ситуации для заточки вот такого вот кухонного ножа я буду использовать магнитную опору. Он широкий, достаточно плотно липнет к самим магнитам. Прижимать упорами я не вижу смысла. Значит, что мы делаем? Устанавливаем ножик так, как нам необходимо. Установили. Равняем режущую кромку, чтобы она была относительно заточки приблизительно на одинаковом расстоянии. Ну вот как-то так. Дальше. Ослабляем упоры. Центральный упор ставим вот здесь. Боковой упор ставим вот тут. Все, ножик у нас зафиксирован. И на само приспособление у нас уже двигаться он не будет. Как бы мы сюда ни давили. Дальше. Для того, чтобы с двух сторон его затачивать одинаково, чтобы режущая кромка была на равном расстоянии, что так, нам необходимо параллельно вот этому упору выставить вот этот упор. Для этого я буду использовать уголок.
И вот на таком же расстоянии я выставляю второй упор. Затягиваем. Теперь мы упоры обтягиваем, чтобы они уже никуда не сдвинулись. Значит, как это работает? Когда я устанавливаю ножик с этой стороны, режущая кромка находится в этом положении. А когда мне нужно заточить другую сторону, я также устанавливаю вот этот ножик. И режущая кромка также расположена на этом расстоянии. Ну а теперь начинаем заточку. Углом заточки для этого ножа я выбрал угол 30 градусов. Это значит, что мне нужно заточить каждую сторону ножа на угол 15 градусов. Значит, мы ставим брусочек. Я начинаю с 600-го, кромочка тоненькая, сдирать придется очень мало. Ставлю его на кромку ножа. Беру угломер. Обнуляю угломер на самом ноже по нулям. Теперь я ставлю его на кромку и ставлю угол 15 градусов. Ну пусть 14,6, не критично. Все. Теперь мы начинаем заточечку. Стоит. Все, погнали. Когда мы сдираем и пока создаем угол, можно водить бруском и вперед, и назад. А когда мы уже доводим угол до финиша, вот тут вот мы брусочек ведем только в одну сторону, в сторону самого ножа. Ну, я, собственно говоря, вывел в этом ноже кромку, использовал для этого 600-й, 800-й, 1000-й и работаю уже финишем. Просто хочу показать, как последний финишный брусок нужно водить уже по лезвию. Значит, кромка у нас уже образовалась, и она очень сильно блестит. Но последнюю кромочку мы уже точим вот так. Раз, два, три, четыре. И вот так вот потихонечку мы выглаживаем весь угол. Он у нас становится блестящим, без всяких рисочек. Уже на этом этапе нож режет бумагу обалденно, но это еще не все. На фотографии вы можете видеть, какой угол получился вот после 3000-й гридности. После того, как мы заточили нож на приспособление, у нас соблюден ровный угол, какой нам необходим. Последним камушком гридностью 3000 мы вывели блестящую кромочку, но как бы мы ни крутили, как бы мы ни затачивали бы ножик, все равно на верхушке лезвия есть маленькая кромочка, его называют заусенцем. Он гуляет при заточке то в одну сторону, то в другую сторону. Он становится очень тоненьким, его очень трудно сточить. Для этих целей, для того, чтобы избавиться от этого заусенца, я использую правило. Что такое правило? Это дощечка, на которой наклеена кожаный кусочек. И полностью эта дощечка пропитана пастой Гоя. Я пасту Гоя мочил в спирте и втирал его туда. Получился вот такой вот слой. Кто его называет зеленый ковер, кто правило. Для меня это правило. Мы берем это правило, берем ножик в руку и, соблюдая угол ножа, который мы заточили, плавненько, мягенько в одну сторону проводим, в другую сторону проводим. Тем самым мы зашлифовываем кромочку и снимаем этот заусенец. Без фанатизма соблюдайте угол. Если вы не будете соблюдать угол, вы просто сделаете линзу из угла, который вы заточили. Ну и, соответственно, нож при этом не будет резать так, как он должен резать в принципе. Плюс пасты Гоя в том, что она мало того, что мелкий абразив имеет, то есть вы этим абразивом не так уж сильно и можете угробить кромку, он заполировывает саму режущую часть, а также снимает заусенец. Для чистки самого лезвия после пасты Гоя у меня приклеена вторая чистая кожаная пластинка. Я просто провожу раз и два. Вот сейчас лезвие имеет уже бритвенную остроту. И этим лезвием уже, в принципе, можно брить себе волосы на руке, на ноге, кому как угодно. Но я этого сделать не могу. Почему? Потому что я заточил все кухонные ножи у своей жены. Да я вообще в шоке!
Ножик для того, чтобы чистить картошку. Ножик для того, чтобы резать картошку. Ножик для того, чтобы резать овощи. Ножик для того, чтобы чистить фрукты. Ножик для того, чтобы резать фрукты. Ножик для того, чтобы резать тортик. Ножик для того, чтобы резать мясо. Ножик для того, чтобы снимать шкурку с мяса. Ножик для того, чтобы резать рыбу. Ножик для того, чтобы снимать шкурку с рыбы. Ножик для того, чтобы перерубать хребет рыбке. Ножик для того, чтобы резать печень котикам. Ножик для того, чтобы резать сыр. И каждый раз, проверяя заточку своего ножа, я сначала брил левую руку, в итоге выбрил ее по локоть. Вторую правую руку, тоже выбрил ее по локоть, переместился на левую ногу, на правую ногу, даже сбрил тещину дорожку на пупке. Пробовать не на чем, извините. Но на бумаге я имею полное право попробовать, как заточено лезвие. Комментарии излишни. Превращаемся еще. Трубка из картона. Рез даже блестит. Ну а теперь попробуем на весу разрезать садовую пеньковую веревку. Она имеет очень маленький удильный вес, а значит ее на весу можно разрезать только острым ножом. Всегда хотел это попробовать. Ух ты как! Тихо. Ну а теперь делайте ставки, дамы и господа. Приступим к заточке обычных бытовых ножниц. Данные бытовые ножницы убиты довольно-таки хорошо. Кромка полностью завалена. Требуется заточка. Самые средние углы заточки бытовых ножниц от 45 до 65 градусов. Нам необходимо заточить только вот эту плоскость и вот эту плоскость. Но заточка будет бессмысленной, если не вышлифовать вот эту вот плоскость поддержки. Потому что она завалена тоже. Ее тоже нужно выводить начисто. Для этого я использую обычную стеклянную пластинку, беру 800-ю и 1000-ю шкурки и вышлифовываю до блеска. Тут по большому счету нет ничего сложного. Это кусок зеркала, плоский, кладу 800-ю, начиная с 800-й шкурки, ставлю плоскостью, ножницы данные, они не разборные, они заклепанные. И вот так вот вводим и зашлифовываем. Ее полностью нам вышлифовывать не нужно. Нужно, чтобы вот здесь появилась плоскость и вот тут появилась плоскость. Потому что в большинстве случаев вот эти поверхности, они вогнутые. Как вы можете видеть на фото, плоскость поддержки вышлифована тысячной наждачкой. Вы видите, что нет смысла ее полностью вытачивать, вышлифовывать. Главное, чтобы тот угол, который угол резания, имел плоскость по всей длине, без завалов. Выставляем наши ножницы на приспособление. Упоры я уже поставил. Это верхний, это нижний. И прижимная пластинка. Все, что нам остается, поставить лезвие. И прижать ее прижимной пластинкой. Готово. Все, стоят. Обратите внимание, вот этот брусок маленький не просто так. Это сделано специально для ножниц, чтобы можно было проушину вот сюда в край выводить и не цеплять бруском вторую плоскость.
Ну а теперь приступим к заточке. Выставляем угол. Угол я мерить не буду, я по факту стачу, какой есть. Мало. 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 И еще пониже. Вот так. Все, касается плоскости, начинаем шлифовать. Начну я с 600, потом до 3000, а в итоге покажу, что потом получилось. Ножницы заточены, все четко, углы выдержаны по стандартной заточке ножниц. Ну, давайте проверим теперь, как они режут. Все. Отлично. Итак, теперь коснемся заточки стамесок. На этом приспособлении можно затачивать только прямые стамески. Все, что касается фигурных стамесок, они затачиваются только вручную, увы. У себя же я уже переточил на этой приспособе все свои стамески, они у меня все заточены. Но как она устанавливается на приспособлении, как выставляется угол, я вам покажу. Стамеска, она у меня заточена под углом 25 градусов. Выведена, заточена, отполирована. Что касается стамесок, для того, чтобы начать точить передний угол, сначала нужно отполировать задний угол полностью. Также на зеркале, на наждачке я это делаю без завалов, чтобы вот здесь вот не было завала. Отполировываем, вышлифовываем, все как надо. Значит, как устанавливать его сюда? Для этого у меня есть дополнительное приспособление. Это брусочек с прижимной пластинкой. Два болта, которые садятся вот сюда на приспособу, а вот эта пластинка сверху прижимает саму стамеску. Значит, сотрем всю металлическую стружку, которая примагнитилась. Устанавливаем ее сюда. Так, еще одно. Если вам необходимо только заправить стамеску, на это не нужно больших усилий, то можно просто приклеить это все на магниты. Она, в принципе, достаточно неплохо стоит. Но когда вы перетачиваете угол, вам нужны серьезные усилия. Мы его закрепляем, его приспособление. Повторюсь еще раз, я не просто так смещал сам подшипник в эту сторону и не просто так поднимал вверх само приспособление. Все сделано это для того, чтобы можно было свободно вставить ручку самой стамески. Вот она свободненько проходит. Мы ее равняем так, как нам необходимо. И, соответственно, затягиваем. Болтом одним, болтом вторым. Готово. Все, стоит жестко. Теперь можно выставлять угол и шлифовать кромочку. Ну, могу подвести 3000, в принципе. Касаемся, выставляем угол, который нам необходим. Все то же самое, как на ножах. По окончанию заточки угла стамески я также это все правлю на правиле. Плоскость прижимаю, провожу. Плоскость прижимаю, провожу. И переднюю плоскость. После этого стамеска у нас приобретает бритвенную заточку. Ну а теперь продемонстрирую, насколько заточена стамеска. Ну и демонстрация на дубовом бруске. Это торец бруска. Продемонстрирую, как режет стамеска. Так, чтобы вам видно было. И чтобы мне пальцы не отрезать. Так. Вот так. Угу. Шикарный рез. Рез просто шикарный.
принципе, если постоянно править стамеску, она так и будет резать. Она никогда не будет резать, если в большинстве случаев вы любите сбивать ими гвозди. Никогда у вас стамеска нормально резать не будет. С лезвием, но для такого ручного рубанка старого образца это приспособление тоже легко справляется. Проверим. На данном рубанке у меня лезвие заточено под углом 30 градусов. В принципе, это входит в стандартную заточку. Единственное, что мне нужно, это подправить. Так, задняя поверхность у нас зашлифована. А вот перед мы поправим. Ну, тут, в принципе, все то же самое. Выставляем нож и фиксируем его в дополнительном приспособлении. Все. Ну и то же самое. Выставляем угол. Даже без угломера. Я уже все делаю на глаз. Мне даже маркер не нужен. Да, вот, все угадал. Затачиваем. После шлифовки и полировки лезвие имеет следующий вид. Кромка выдержана. Все отполировано, заусенец уничтожен. Бумаге это даже уже стало неинтересно. Поставим его в рубанок и попробуем на деле. Ну, что я могу сказать? Инструмент заточен. Ну а теперь настало время заточить лезвие на этом электрическом рубанке. Лезвие сделано из хорошей стали. Кромки сбиты очень хорошо, потому что был пойман каленый саморез. Придется точить очень долго. Ножи снял. На фотографиях вы можете видеть, какие заусенцы. Так, теперь нам необходимо сначала вышлифовать вот эту плоскость, чтобы убрать заусенец, который завернулся вот сюда, внутрь. По стандарту. После выведения плоскости задней поверхности можно приступать к заточке лезвия. Здесь мы будем работать только с упорами. Они уже выставлены. Кладем лезвие. Ставим угол. И так как заусенец глубокий, придется сдирать, начиная с гридности 120. Снимать металла нужно очень много. Фу. Ну, ножи я вывел, горец пополам. Конечно, сплав здесь очень хороший. Острота получилась, опять же, бритвенная. В принципе, для электрического рубанка не обязательно и такой гридностью обрабатывать эти лезвия. Но я хочу просто увидеть результат, что в итоге получится. Теперь мы устанавливаем эти лезвия в рубанок. И давайте попробуем шлифануть какую-нибудь дощечку. Для теста я взял убогенькую старую дощечку, это ёлка, ножи установлены, машина подключена, ну давай рез полтора. Итак, что мы имеем? Орез. Я могу сказать,
уникальные даже. Лично мое мнение, субъективное, но это лично мое мнение, она даже с покупки так не резала. Да. Ну что же, мои дорогие друзья, как говорится, все, что знал, то рассказал. Извините за то, что видео было долгим, но я хотел до вас донести максимум информации, которую я мог в этом видео вам донести. Что мы в итоге имеем? Мы имеем приспособление, которое способно затачивать режущий инструмент. В этой приспособе есть как достоинства, так и недостатки. Самым главным достоинством этой приспособы является то, что она сделана из подручного материала, то есть то, что у меня валялось под ногами. Ну и изготавливалось это с минимальным набором инструмента, которое в принципе есть, ну не знаю, если человек хозяйственный, то есть у каждого. Вторым очень важным достоинством, я считаю, является то, что эта приспособа способна затачивать не только ножи, она способна затачивать как стамески, так и лезвие ручного рубанка, так и ножницы, так и лезвие электрического рубанка. Для моей мастерской этого более чем достаточно, я просто счастлив. Но есть, как говорится, и минусы этой приспособы. Минус в том, что она не имеет поворотного механизма. Поворотный механизм позволяет закреплять лезвие ножа единожды и поворачивать его для заточки на 180 градусов. То есть вы один раз закрепляете ножик и, не меняя углов заточки, вы поворачиваете его на 180 градусов. Это очень важный момент, но это уже фрезерная и токарная работа. Это усложнение конструкции и удорожение этой конструкции, в принципе. Вот. Еще одним недостатком не конкретно этого приспособления, а вообще этого класса приспособлений является то, что если вы точите длинный нож, допустим, какой-нибудь длинный кухонный нож, вот реально он длинный, углы заточки этого кухонного ножа, они будут отличаться. Объясню почему. То есть у нас имеется фиксированная точка скользящего механизма. То есть вот вы закрепили нож, половина ножа здесь, половина ножа здесь. Выставили угол 15, допустим, градусов, это чисто символически 15 градусов. Вот. На самом носике угол заточки будет уже гораздо острее. Почему? Потому что треугольник становится длиннее и угол, соответственно, вот этот уменьшается. Но это недостаток всего класса этих приспособлений. Опять же, по практике хочу отметить тот факт, что изменение угла заточки режущего инструмента, длинного, допустим, ножа кухонного, визуально вы даже не увидите разницы. То есть здесь заточка, например, 15 градусов, а здесь заточка, ну, 14,5. Вы это даже не увидите. Ну, кому видео было полезным и кому оно понравилось, не забываем ставить пальцы вверх. Ребят, не забывайте ставить лайки, это позволяет двигать видео в рекомендациях, это очень важно для меня и для развития моего канала. Для тех, кому видео не понравилось, ставим палец вниз. Ну что, плохое мнение, это тоже мнение. Это побуждает делать мне работу над ошибками. Не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик, который находится рядышком, чтобы не упустить те видео, которые выйдут на моем канале. Всем пока!